Начало рабочего дня. За час специалистами уже выдано более 30 путевок. Лера с мамой 31-я в очереди. Но это не значит, что им пришлось ждать. Никаких очередей. Пришли и сразу получили. Вся процедура занимает не более 3 минут. И вот в руках долгожданное направление. Мы родились, подали заявку, как положено, и ждали. Но нам еще нет 3 лет. Нам 3 года только в сентябре. И уже на руках путевка в сад. Ты хочешь в садик? У меня 2-й ребенок идет в садик, и я ни за один садик не платила. Теперь осталось дело за малым – пройти медкомиссию. И здравствуй, детский сад. Оформить ребенка в дошкольное учреждение можно сразу после получения вот такой путевки. Процедура проста – отдать направление заведующей, написать заявление и заполнить договор. Я так долго ждала этого момента, пока мне ребенок будет в садике. Вот прошло 3 года, и пришла путевка по очереди, я ничего не платила. Все просто отлично, я счастлива. Нам так и говорили, что в течение 3 лет подойдет очередь. Я год на нас смотрела, была 1000 какая-то там. И вот еще год не прошел, и здравствует путевка в садик. В тот, причем, садик, который я изначально хотела. В приоритете, безусловно, дети, которые достигли 3-летнего возраста, и с 1 сентября они все 100% будут обеспечены дошкольным образованием. Дошкольные учреждения Новороссийска начали подготовку к приему новых воспитанников еще в конце мая. В этом году свои двери для юных новороссиян распахнут 58 муниципальных детских сада. Тем, кто еще не получил путевку, не стоит расстраиваться. Процесс комплектования завершится 1 сентября. Образовательные учреждения родителям малышей предоставляют по желанию, не только по месту жительства. Все официально, бесплатно и без лишних проблем. Дети получают абсолютно на законных основаниях. Мы это сами пришли, зашли и видели. Никаких денежных средств до предоставления места в детском саду не требуется. И даже если родители получили не желаемый детский сад, а предоставили на свободное место, тоже отчаиваться не стоит. Если устраивает такой вариант, родители соглашаются. Если они готовы подождать, то они пишут заявление у нас в управление образования на перевод. Никаких других механизмов перевода не существует. Обязательно прийти в управление образования. Под этим предлогом руководствуются мошенники, которые в социальной сети сливают информацию, что мы готовы поменять за определенную плату. И люди некоторые поддаются от отчаяния на эти уловки. Перевод также осуществляется абсолютно на законных основаниях, по очереди, бесплатно. Алина Калмыкова, Петр Йоркин, Новая Россия.